А сейчас на сцене Сергей Леденцов. Город Москва. Добрый вечер. Я присоединяюсь ко всем благодарностям организаторам этого фестиваля, потому что, ну, действительно, очень здесь все комфортно. И хочу вам сказать, что не так давно я стал дедушкой. Поэтому те произведения, которые я сегодня исполню, они будут посвящены этому, скажем так, событию. А первое произведение, написано мной на стихи Юлия Зазимко, называется «Мы были взрослые». Мы были взрослые тогда давным-давно, за лето вырастали из сандалий и открывали сказочные дали и плакали от жалости в кино. Тогда давно, без всяких дураков, мы чуяли, как пахнет червяками, и на качелях, не держась руками, раскачивались выше облаков. Мы были взрослые, сигали с гаражей, мочили ноги по колено в лужах, сосульки грызли в мартовские стужи, как будто леденцовое драже. Умели мы закапывать секрет, в котором фантик и стекло цветное, и верили, что сбудется такое, чему, пожалуй, и названия нет. Были взрослые, хоть за тщедушный вид, все нас дразнили гадкие утята, с коленками разбитыми и ватой, примотанной к ушам лечить отит. Когда мы были взрослые, во сне летали, как Титов и Терешкова, а утром врали, что, мол, честно слово, лунатиков встречали на луне. Больше, чем полсотни лет и зим прошло с тех пор, и память стала глуше, но мы с тобой родственные души. Давай слетаем вместе, поглядим. Давай слетаем вместе, поглядим. Ведь мы с тобою родственные. Спасибо большое. Еще я попрошу подняться на эту сцену мою супругу Виталину, потому что мы бы хотели спеть вам вместе. Вторая песня написана на стихи Татьяны Щербининой. Называется «Чемодан». У меня отличный план. Я пакую чемодан, а потом я с ним уеду на далекий океан. В чемодан я положу злобу, ненависть, вражду, ревность, хамство, раздражение к ним до кучи приложу. Затолкаю в уголок пару сплетен, драк и склок, а в другой засуну плотно с раздражением кулек. Так, осталось место, что ж, алчность положу и ложь. Зависть спрятаться решила, но меня не проведешь. Зависть гневом заодно, их на самое на дно, чтобы выбраться оттуда было им не суждено. Прилечу на океан и достану чемодан,
и акулам на съедение с удовольствием отдам. Пусть пороки не растут, к людям пусть не попадут, а в желудке у акулы безвозвратно пропадут. Песенка, которая, ну, опять же, безусловно, связана с мамами, поскольку и с детьми, поскольку называется она «Мама». Песенка написана на стихи очень известной в наших кругах бардессы Марии Маховой. Мама затыкает души и не может больше слушать, потому что свет бы выключить и спать. Это просто невозможно, нужно вызвать неотложку и не слышать это больше. Кушать, писать, пить, гулять и не слышать это больше. Кушать, писать, пить, гулять. Мама скачет, будто мячик, но решает все задачи. Ну а как и быть иначе, не бежать же ей от сель. Вот она несет водичку, вот она поет синичкой. Вот она уже частично превратилась в карусель. Вот она уже частично превратилась в карусель. Ай да мама, не страшные горы и ямы. У нее внутри программа обустроить этот мир. Мама все на свете может и расскажет, и уложит. Мама и с горшком, и с ложкой, и с моторчиком тыр-тыр. Мама и с горшком, и с ложкой, и с моторчиком тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Леденцовой, Сергей Витальевна. Спасибо большое.